В одном из прошлых выпусков мы сообщали, что Алио Капов намеревался записать ряд дуэтов с коллегами по цеху. С тех пор не прошло и недели, а Али уже застукали на студии. 3 дня назад на страничке Галымжана Молданазара появилось вот это фото, на котором замечены сразу 2 артиста, с которыми Окапов хотел спеть дуэтом. Вышеупомянутый Молданазар и Диас Аблаев. Будет ли это трио и зачем талантливые головы собрались вместе на студии, пока остается тайной. Добавим лишь, что Диас Аблаев уже назвал этот союз бомбой замедленного действия. Нам же остается ждать, когда эта самая бомба взорвется. В хорошем смысле этого слова.